Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вас ожидает показ вот таких вот симпатичных нежных пинеточек в этом видео. Подошва здесь у меня 10,5 сантиметров. Они на возраст от 3 до 6 месяцев. Двумя цветами я вязала. 250 метров на 100 грамм. И спицы номер 2,25. Можете 2,5 взять. Здесь у нас будет завязочка. Украшать будет бантик. И здесь резиночка. Высокие, симпатичные, хорошо обхватывает ножку. Вот такую красоту будем сегодня с вами вязать. Итак, приступаем к работе. Я набирала на спицы сиреневой ниточкой 30 петель. И, как обычно, провязала один ряд лицевыми петлями. Двенадцать, тринадцать, двадцать, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Вытаскиваем одну спицу, вяжем один ряд лицевыми петлями. Первую снимаем, последнюю вяжем изнаночной. Следующий ряд. Снимаем кромочную, дальше вяжем одну лицевую, накид. И 12 лицевых петель. 1, 2, 12. Затем накид 2. Накид 12. Накид, одна лицевая и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Накиды вяжем перевернутой петлей. Сейчас я вам покажу. Вот, за заднюю стеночку, чтобы петля перекрутилась. Так вяжем дальше. 4 петли будем вязать и 4 петли будем вязать перевернутой петлей. Последний вяжем изнаночной. Девочки, дальше я вам покажу схемку, по которой дальше вязать пинеточки. Я вам расскажу. Вот мы набрали 30 петель. Первый ряд провязали все петли лицевые. Второй ряд кромочная, 1 лицевая. Накид 12 лицевых. Мы это уже сделали. Накид 2 лицевые. Накид 12 лицевых. Накид 4 накида у нас тут. Одна лицевая и кромочная. Вот один накид, второй накид, третий накид, четвертый накид. И третий ряд, и все нечетные ряды. После того, как мы сделаем накиды, следующий ряд мы вяжем все петли лицевые. А накиды провязать
перевернутой петлей, так как я вам сейчас показала. Девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, все вам понятно в этой схемке? Я каждый раз вам даю эту схемку и каждый раз переживаю, что вдруг кому-то непонятно. Даже я тут так расписала подробно, что просто читать и чуть-чуть думать. Чуть-чуть надо подумать, не сразу, ой, ничего не понятно, я ничего не поняла. Подумайте, пожалуйста, здесь все понятно. Каждая буква, каждая скобочка, каждая запятая. Я тут до того разжевала, что в каждом видео я просто не хочу одно и то же быть попугаем, потому что подошва вяжется вся одинаково. Кому непонятно еще, под каждым моим видео есть ссылка на видео, которое я снимала, как увеличить или уменьшить размер подошвы. Пожалуйста, пройдите по этой ссылочке и еще дополнительно посмотрите. У меня очень много подписчиков, девочек, несколько сотен тысяч, что они уже не смотрят сюда. Они пропускают это место, где я подошву вяжу, и вяжут самостоятельно. Так что напишите, кому непонятно. Если большинство будет понятно, значит, я буду показывать только первый ряд, второй и третий. Дальше буду вам показывать, как связать самостоятельно. Войдите в мое положение тоже, что мы очень много времени тратим на то, чтобы связать подошву, которую вы можете просто выключить, остановить кадрик вот на этом месте, связать, а потом вяжем дальше. Договорились? Итак, мы вяжем полностью подошву до последнего ряда, и на спице у нас будет 50 петель. Когда мы свяжем подошву, потом будем вязать дальше. Итак, провязали мы подошву, девочки. Вот такая подошва должна и у вас получиться по этому описанию. Вот так сверните, вот такая должна быть подошва. Здесь у меня, если я вот так вот сверну ее, я сейчас посмотрю, сколько у меня тут сантиметров будет. Вот 7 сантиметров. Теперь берем другой цвет, какой вы там выбрали. У меня вот такой вот персиковый цвет. И вяжем. Так, давайте подошву еще посмотрим. Два хвостика у меня с правой стороны. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. Если вы все правильно связали, то 6 дорожек. Теперь я беру такой вот персиковый цвет, ниточку. И провяжем мы сейчас с вами узор кукурузку. Такой вот он, ну, будет как рулик. Симпатично вот такой вот будет. Первую петлю мы снимаем. Подставляем эту ниточку. Первую петлю или снимаем, или я, когда беру другой цвет, я всегда ее провязываю, чтобы при сшивании не было никаких ступенек. Дальше одну лицевую провязываем, вторую накидываем от себя на спицу. Вот такой накид делаем и снимаем, не провязывая. Снова одна лицевая, набрасываем и снимаем. Одна лицевая, набрасываем и снимаем. И так вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. В конце ряда накид. Сняли и кромочную провязали изнаночной. Следующий ряд, у нас 4 ряда кукурузки будет. Вот у нас идет петля и накид. Мы снова делаем накид и снимаем. Отдельно петля у нас идет изнаночная, мы ее вяжем лицевой. Снова петлю и накид снимаем с накидом. У нас получается 2 накида и петля. Следующую провязываем лицевой. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда у нас будет сняли с накидом лицевая и кромочная. Дальше третий ряд узора. Снимаем кромочную. У нас идет дальше одна изнаночная. Мы ее вяжем также одну лицевой, а петлю и 2 накида мы вяжем все вместе одной изнаночной. Снова одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, петлю и 2 накида вяжем одной изнаночной.
То есть одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И следующий ряд вяжем по рисунку, где лицевая вяжем лицевой, где изнаночная вяжем изнаночной. В конце ряда вяжем лицевая, одна изнаночная и кромочная вяжем последнюю петлю. И теперь последний ряд. Одна лицевая, одна изнаночная. Где лицевая вяжем лицевой, где изнаночная вяжем изнаночной. Дальше продолжаем вязать этой же ниточкой и вяжем лицевыми по лицевой стороне, изнаночными по изнаночной стороне. Так мы вяжем 4 ряда. Назад вяжем изнаночными и снова вяжем ряд лицевыми, ряд изнаночными. Так, смотрим, вот мы провязали 4 ряда. Теперь на спице у нас 50 петель. Мы провязываем сейчас 23 петли вместе с кромочной. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот мы провязали 23 петли. Теперь вяжем вот эти 4 петли. 1, 2, 3, 4. Дальше мы вяжем здесь вот 2 вместе, 1 лицевой. Провязали и пересняли на левую спицу провязанную. Потом развернули наизнанку. И потом вяжем 4. 1, 2, 3, 4. Теперь мы вяжем 2 вместе, 1 изнаночной, по изнаночной стороне, с левой стороны. Дальше разворачиваем, провязанную переснимаем и вяжем 5. 1, 2, 3, 4 и 5, которую мы 2 вместе провязывали. Следующие 2 вместе вяжем 1 лицевой. Пересняли, или можно развернуть, потом переснять, как вам удобно. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь 2 вместе, 1 изнаночной. Развернули, пересняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе. И последний раз провязываем 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь 2 вместе. Так, у нас теперь в середине 8 петель и 2 кромочные. Вот они. Вот 2 кромочные считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы вяжем эти 8 петель до тех пор, пока у нас будет на спице 32 петли. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Теперь вот эту вот как бы кромочную вяжем со следующей петлей, которая у нас на спице. Две вместе. Развернули. Пересняли и вяжем 8 изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 2 вместе, 1 изнаночной. Разворачиваем. И так мы продолжаем вязать, пока на спице у нас будет 32 петли. Убавляем каждый раз и считаем потом от кромочной до кромочной. Так, девочки, 32 петли у меня на спице. Убавили мы боковые петли. И теперь последний раз я убавила вот здесь вот. Теперь до конца ряда провяжем лицевыми. Здесь, видите, у нас расстояние вот здесь есть. Чтобы не было этой дырочки, вот эту петелечку поднимем, оденем на спицу, провяжем со следующей 2 вместе. Дальше вяжем лицевыми. Разворачиваем. Вяжем изнаночными ряд. Здесь также приподнимем петелечку, оденем на спицу и провяжем 2 вместе. Так, дальше, девочки. Все, эту ниточку мы обрезаем. Обрежем так, чтобы нам хватило вот эту вот часть сшить. Больше она нам не нужна. И будем вязать дальше сиреневой ниточкой. Провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Вяжем лицевыми 2 ряда. Провязали мы 2 ряда лицевыми. Теперь снимаем кромочную, провязываем 2 вместе и накид делаем. Снова 2 вместе и накид. Так вяжем до конца ряда. Это у нас будут дырочки для шнурочка. В конце ряда мы провязали 2 вместе и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Накиды также вяжем простой лицевой петлей. Провязали. И теперь дальше, девочки, я сейчас сниму с колодочки. И дальше мы вяжем просто резиночкой 2 на 2. В конце 6 рядов я провязала лицевыми в одну и в другую сторону и закрыла петли. Сколько вязать здесь высоту, смотрите сами. Как всегда я говорю, я провязала, так, я провязала 7 сантиметров. Вы смотрите сами, сколько вам нужно. Вот так вот.
кромочную снимаем, потом вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Хотите, до конца вяжите резиночкой. Хотите, чтобы не стягивалась резиночка при отвороте, я люблю вязать потом 4-6 рядов лицевыми петлями. Итак, вяжем вверх самостоятельно и закрываем петли. Так, смотрим, девочки, вот я связала манжетик, провязала здесь последние 6 рядов лицевыми петлями. И вот такой вот у нас пинеточек получается. Я сейчас предварительно померяю его. Вот такой вот. Вот так у нас получается красивенький такой пинеточек. Теперь мы крючком вяжем шнурочек. Можете скрутить, можете крючком так вот, чтобы не в натяжку. Я тут узелочки завязала уже. Я сейчас посмотрю примерно. Значит, не в натяжку, 50 сантиметров у меня. Вот 25, если вдвое я свернула. И теперь на лицевую сторону поворачиваем вот так вот. И будем сейчас сшивать. Вот. Тут мы оставили кусочек ниточки. И на лицевой стороне, прям самой верхней, вот петелечку, 2 петелечки беру, 2 косички, 2 половинки, наговорила. Так, сюда протаскиваем ниточку, и потом вот в каждую вот эту вот двойную косичку протаскиваем крючком ниточку и сшиваем. Берем вот за эту, которая внутри косичка, и вот эту косичку. Вот опять, которая больше внутри идет. И вторую. Сшиваем сиреневой, потом немножко на изнаночную сторону выворачиваем другим цветом, и потом, соответственно, этим же цветом сиреневым сшиваем дальше. Так, девочки, вот я сшила пинеточек и выворачиваем на лицевую сторону. Теперь мы можем померить его. Вот такую вот красотень мы связали, девочки. Смотрите. Теперь шнурочек вдеваем. И я еще сюда связала бантик. Но это по желанию. И потом бантик, девочки, вы можете любой связать. У меня на канале тоже есть бантики. Можете сюда какую-то аппликацию. Я связала квадратик 3 на 3 сантиметра. Ну и потом вот так вот его свернуть. Обмотать другим цветом, как я вот здесь сделала. И все, и можете прикрепить. Можете сюда что-нибудь другое придумать. Не обязательно этот бантик. Итак, сейчас я доделаю до конца уже. И будем заканчивать это видео. Итак, девочки, вот смотрим, какие у нас получились пинеточки. Сама нежность. Мне так понравились цвета эти. Они так хорошо подходят друг к дружке. Вот такие симпатичные нарядные пинеточки у нас сегодня с вами получились. Я надеюсь, у вас тоже все получится. Смотрите внимательно видео. Не пропускайте рекламы, пожалуйста. Кто вяжет, у кого рекламки идут, в Европе особенно, в России, я знаю, рекламы не идут. Смотрите, пожалуйста, рекламы, девочки. Это будет благодарность за мой труд. Ставьте лайки, это будет хорошая поддержка моему каналу. Чем больше будет лайков, чем больше будет просмотров рекламы, тем я дольше удержусь на плаву, как говорится. Это зависит тоже от вас, не только от меня. Но сегодня я буду прощаться с вами. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Всем пока-пока.